Всем доброго дня, друзья. Сегодня у нас какое с вами 18 апреля. И у нас сейчас плюс 21 в Сочи. Иду сейчас с Валбереса и показываю вам территорию кинотеатра Сочи, который находится на улице Абрикосовая. Вот Абрикосовая, может быть, кому-то будут знакомы эти места. Жилой комплекс, раз, два, три. Пальмочки. Это мушмула, по-моему, деревце. И птичка там прыгает. А вот, посмотрите, какое красивое дерево. Идемте дальше. Кинотеатр у нас вот Абрикосовая плюс... Ой, Абрикосовая 12. Кстати, мы ходили тоже в этот кинотеатр. Буквально вот, может быть, месяц назад. Достаточно хороший кинотеатр. Да, внутри как бы в общественных, так сказать, холлах, да, там еще вот такой вот, ну, конечно, ремонт бы желательно бы там сделать. Вот. А залы, в принципе, хорошие, да, кресла тоже хорошие, мягкие, экран нормальный. Мы ходили на Чебурашку. А, ну, наверное, это было даже в январе. Даже месяца два-три назад. Ну, вот он, кинотеатр Сочи. Теплая погода, все в шортах уже, в футболках. Так. Вот она, даже афиша здесь. Плюс 21. А по факту, наверное, даже больше. По ощущениям. Такие пятиэтажки здесь. Старенькие. Прям цветет какое-то дерево. Прям я чувствую, что пахнет. Улица Абрикосовая. Сейчас вот там будет рыночек такой армянский, мы его называем. Там все что угодно можно найти в этом, на этом рынке армянском. Машина тут на краю. Птички поют. Прям не день, а сказка. Мушмула. Уже вот они. Уже плоды носят. Мушмула. Там тюльпанчики, вон внизу, видите? Красненькие. И вот отсюда начинается, вот от этого здания, вот он, начинается армянский рынок. Яички, грибочки, всякие закрутки мы здесь тоже покупаем Петра Васильевича. Старый фон.